берут пример. Его техники, фишки, технологии в росте – это пример для многих лидеров. На его примере росли поколение новых лидеров. И знаете, у нас появилась такая прекрасная традиция, запуск каталога – это очень важная составляющая нашего бизнеса. Мы как с таким зарядом его запустим, друзья, так и будет весь каталог идти. Я абсолютно в этом уверена, потому что мы не раз с вами через это проходили. И сейчас 16-й каталог у нас особенный. Он у нас особенный по двум причинам. Причина номер один, потому что мы знаем, что он особенный, так как у нас он всего лишь 2 недели, и на протяжении всех 2 недель у нас фактически каждый день бомбические предложения, вы уже это увидели. Вы уже открыли с плюс 25% в локальной валюте по сравнению с прошлым годом. Вот почему он особенный. Потому что он 2 недели, и он полон очень-очень интересными предложениями для каждого из нас. Как для бренд-партнера, так и для наших VIP-клиентов. И второе, почему он такой особенный. Потому что именно сегодня, именно в 16-м каталоге мы приняли решение, что запуск каталога будет вести не компания Oriflame только, а его будет вести наш топовый лидер. И я хочу сейчас представить перед вами Алексея Севрука. Алексей, я знаю, что вы сейчас с нами. Пожалуйста, включите вашу камеру и ваш микрофон, чтобы мы все могли вас увидеть. О, вот, все, вы уже на связи. И огромное вам спасибо за то, что вы согласились сделать это вместе. Что, знаете, друзья, почему это важно? Потому что вы сегодня не услышите только какие фишки, какие инструменты у вас в каталоге, а вы это услышите от опытного лидера. Вы услышите, как принимать эти инструменты, чтобы вы достигали максимальных результатов. И хочу похвастаться, Алексей, что такой формат, именно запуск каталога с топ-лидером 115, с первым старшим президентом Oriflame Украина, я думаю, что это эксклюзивный ноу-хау Украины. Поэтому спасибо вам большое. И готовьтесь, друзья, потому что сегодня вы услышите не только какие фишки у нас по запуску, какие классные призы и прочее, а вы услышите примеры, вы услышите фишки от одного из самого крутого лидера мира Oriflame. Алексей, слово вам, доброе утро и дуже дякую, что мы сегодня рядом, мы сегодня вместе делаем, это историческое событие. Мы разом, мы не переможні, бо мы того варті. Очень приятно, Нана, за такую привилегию быть первым для запуска, самостоятельного запуска каталога на всю Украину. И я вспоминаю год назад, когда мне поставили такую сложную задачу, все ложится всегда на плечи. И это очень моральная большая ответственность, когда мне надо было представить тебя перед всей Украиной, когда тебя назначили генеральным директором нашей страны. Вот. И я хочу сказать, что это было, с одной стороны, феерично, и с другой стороны, это было вот в такой грамотной бизнес-атмосфере, о которой мы ожидали. Мы ожидали, чтобы у нас был супергенеральный директор, и мы уже за последний год серьезно ощущаем большой твой вклад в прорыв Oriflame в Украине и во всем мире. И мы точно знаем, что цель номер 6 в рейтинге всех стран или даже 5, мы к этому будем стремиться. И я хочу сказать, что у меня первая фишка, которую я хотел бы поделиться, чтобы у вас была она в голове. Я придерживаюсь правила немножко делать больше, чем ожидает компания. И правило 15/70, наверное, всех сейчас интересует, да? Но я с прошлого каталога начал тренировать команду и проводил эксперимент. По закону Парето надо стремиться 20/80. Если вы будете ставить цель такую, 20/80, 15/70, у вас будет точно. Помните про закон Парето? Да. Класс, вот. Я хочу, спасибо. Хочу благодарю, что у нас есть такая возможность выполнять такие планы, потому что, поверьте, за почти 25 лет работы вместе с компанией. Это, конечно же, глубокий анализ и понимание того, что происходит. Потому что многие люди смотрят на бизнес в разрезе 1 месяца, 1 года, 5 лет. Я думаю, что этот разрез не дает полную картину того, что может произойти с вами.
И я хочу сказать, что большинство лидеров, которые достигают успеха, они у каждого, как бы, знаете, как говорится, своя карма. Но этот путь важно пройти. Важно пройти кому-то за быстрый рост, и потом упасть, и потом подняться, и снова идти дальше. У кого-то медленный рост, и стабильно все, рано или поздно стать лидером своего маленького городка, своего района, своего поселка или всей страны. И тому доказательство новое звание, которое есть по всему миру, и звание, которое есть в Украине, когда люди за короткий период времени, за полгода, за год, за два, за три года выходят на доходы 10, 20, 30, 50 тысяч. Но дальнейший рост, я хочу сказать, что я заметил, что не все лидеры продолжают дальше расти так, как они стартовали. Это зависит, конечно же, от тех амбиций, которые у вас есть, и тех ценностей, которые у вас есть, и то, на что вы фокусируетесь. И мой опыт – это постоянная фокусировка на новых людей и на новых лидеров. И вы чувствуете в моих словах энергию, потому что моя энергия – это не энергия того чрезмерно опытного, да, как говорится, жирного кота, что есть как бы практика психологии ведения бизнеса, а это опыт человека, который смотрит всегда на бизнес глазами новичков. И сегодня я как раз буду говорить так, чтобы меня услышали и новички, и захотели стать таким, как я, и лучше, чем я. И это информация для тех людей, которые в Oriflame уже несколько лет, и они хотят наконец-то этого прорыва. Вот, и этот прорыв осуществится. Я хочу сказать, что пока я сейчас перехожу к бизнес-части, тут буквально сейчас подъехал подарок мне от компании. Мне позвонили сегодня, я сказал: ребята, если до 10 часов успеете, я обязательно покажу это в эфире. Я хочу вам показать подарок от компании Oriflame. Это корзина, которую я вижу тут, и виноград, и полный запас коктейля ванильного и шоколадного. Какая-то персональная визитка, я посмотрю еще. Цветы, фрукты, овощи, манго. Ну, короче, у меня сегодня будет не то, что там классный день, у меня будет классных две недели, потому что, чтобы все это выпить, мне надо минимум две недели еще попросить своих родственников, чтобы они мне помогли, и команду, которая ко мне иногда бывает заезжает, кто рядом живет. Спасибо, Нана, и твою команду всю, как мы договорились, благодарить всю твою команду, потому что у тебя сильнейший сформирован костяк, ядро, которое дает импульс на весь Oriflame во всем мире. Спасибо, Алексей. Мне на самом деле очень дуже-дуже приятно. Друзья, у нас с топ-15 Oriflame Украина есть одно чудесное слово, которое мы придерживаемся каждый день. Это слово «мы». Когда мы одна цельная команда, когда мы команда в одной лодке с одной большой целью, чтобы результаты Украины, результаты каждого из вас гремели на весь мир Oriflame. И сегодня, Алексей, то, что мы с вами впервые начали вместе с топ-лидером запускать каталог, и эта практика будет дальше длиться, я уверена, правильно, что вот этот подход, это будет пример для всего мира Oriflame. Поэтому спасибо вам. И мне прям сама в предвкушении услышать от вас, от такого успешного человека. Вот представьте себе, сколько раз в жизни, не представьте, вот давайте быстренько посчитаем, сколько раз в жизни вы делали запуск каталога и достигали колоссальных результатов? Ну сколько это? 18 раз в году и сколько лет? Сейчас я посчитаю. Почти 25 лет. 24 года и... Алексей, вы 450 раз запускали эффективно каталоги, достигали невероятных результатов. И услышать от вас, как это делать, я думаю, что это просто бомба. Так что класс. Спасибо еще раз. Да, я благодарю еще раз команду, руководство компании. Вот, кстати, специально даже сделали мне брошюрку «Запуск каталога», да, вот. И оставили мне место, чтобы я здесь все себе зафиксировал, потому что это исторический будет факт. Я себе это сохраню, потому что, как вы видите, за моей спиной есть у меня специальное, да, мои достижения. И кто достигнет большого успеха, я приглашу в гости. Итак, хорошо. Я хотел бы сказать, что наш бизнес очень сильно зависит от общения. Я буквально два каталога назад получил вызов.
такой, это, можно сказать, вызов был. Гендиректор сказал, тебе нужна помощь, и я не отказался. Кстати, многие директора делают вид, что они уже все знают, и они отказываются от поддержки вышестоящих спонсоров. Так я вот хочу сказать, что на 25-й год я согласился, чтобы меня лично координировал генеральный директор, и у нас продуктивность уже ощущалась в первые периоды. Несмотря на то, что у нас было летом, мы начали очень хорошо восстанавливать рекрутинг, активность, и наша команда сделала за прошлый каталог, и я надеюсь, что и в этом, позапрошлому каталогу и по прошлому каталогу мы номер один по тому количеству, которое мы сделали в процентном соотношении, доля нашего вклада во весь Oriflame. Я смотрю, что и другие лидеры, другие структуры очень сильно включились в этот процесс. У нас есть внутренний рейтинг топ-15. Я хочу сказать, что когда люди видят, что его вклад ощутимый для всей страны, люди принимают решение быть на 100% эффективными. Алексей, я хочу сказать, что тоже... наша главная задача... Я хочу тут еще один момент подметить, что я озвучила, как мы открыли текущий каталог, но не озвучила, как мы закрыли предыдущий. Именно вот с нашим правильным подходом, что это мы, что мы как одна сильная команда понимаем, какая у каждого из нас доля для роста Украины. И когда каждый из членов ТОП-15 делает все максимум вместе со своими командами прийти к этой цели, нам это дало, что предыдущий каталог мы закрыли на плюс 7, по сравнению с нашим ожиданием, и фактически вровень к прошлому году. Это фантастические результаты. Поэтому мы движемся в правильное направление. Еще раз вам спасибо за такую поддержку. Да, я вспоминаю эти цифры, что у нас такие результаты были в начале, когда компания Oriflame пришла в Украину. И мы как раз находимся на моменте, знаете, будет... Кто изучал раньше там биржевые сводки, есть корректировка. Вот последних 5 лет у Oriflame была корректировка. А сейчас идет рост, когда откорректировано все, отшлифовано все, запущены новые программы, современные программы, VIP-концепция, другие программы для роста лидеров и так далее. То это очень... И мы сейчас как раз об этом поговорим. Я хочу сказать, что вот эта координация, вот этот тот самый главный фактор, который влияет, это общение. Именно общение, онлайн или вживую, но звонки и разговоры, я хочу сказать, что я с руководством держу связь почти постоянно. То есть я даже не могу сказать, что я какой-то день пропустил. И мы рассматриваем все рабочие вопросы. Мы всегда в поле зрения. И очень важно, чтобы вы поддерживали такие отношения со своей командой. Потому что многие думают, что появился интернет, и я спрячусь, допустим, за какими-то... чатами и так далее. Нет, не получится, потому что чаты – это лишь дополнительные руки для вас. Но вашу личность нельзя затмить всеми инструментами, которые есть. Ваши амбиции, вашу харизму, ваши цели, ваши планы. И поэтому есть важный фактор, который есть во всем мире. Даже когда я обучался недавно, года 3-4 назад в Штатах, я увидел, что несмотря на новые технологии, структуры в сетевом бизнесе в Штатах, в Америке, в Бразилии, в Мексике строятся за счет личных отношений. И без них никак нельзя. Без личного звонка. И я еще раз помню один фактор очень важный. Когда компания нас на конференцию каждый год отвозит на лимузинах, на каких-то персональных люкс-автомобилях в аэропорт, то меня подвозил водитель. И я спросил, а кого вы возили? Говорит, кого я только не возил. И Киркорова, и Пугачеву, и все руководство нашей страны. Говорит, а иностранцы возили? Ну, говорит, ну, конечно, Меркель возил. У нее так и запомнилась Меркель, госпожа. Я говорю, слушай, ганслер ФРГ, это, конечно, круто. Говорит, ну, говорит, это, в принципе, все такие, кто приезжает к нам, что с западной стороны, что с восточной стороны руководства. Они всегда заходят с аэропорта в машину и держат телефон у себя возле уха, и в машине сидят, разговаривают по телефону, и выходят из машины, разговаривая по телефону. То есть, если ты хочешь быть мировым лидером, тебе надо держать связь постоянно на пульсе. То есть, лидер – это тот человек, который управляет, и он управляет голосом. Не только нажатием кнопок, а именно голосом, да, потому что класс. Голос – это информация, которая идет от твоего сердца. И у нас есть... шикарный маркетинг-план,
который, я хочу вам сказать по секрету, вы выполните легко и с удовольствием и перевыполните планы. Почему? Первое. 150 баллов вы всегда делаете за один день, за три дня, за пять дней, за неделю. Нет такого, чтобы человек собирал 150 баллов три недели. Вы делаете это максимум за одну неделю. Поэтому люди, которые делали 150 баллов, или 100 баллов, или 50 баллов, им делать за 3 недели или за 2 недели, в принципе, без разницы, поверьте мне, согласны? Вот. И поэтому, выполняя одни и те же обороты, вам компания будет платить гораздо больше процентов. То есть вы можете, если вы, пример маленький, да, мы говорили, что если ваша группа состоит из трех человек, которые делают по 150 баллов, вы получали 6%. Вам немножко поднажать, и вы 9%. Так же самое, если вы делали 18%, вы так же самое можете легко закрыть следующий уровень. Для кого-то это будет новый уровень, для кого-то это будет возврат к тому прежнему состоянию, которое вас приводило в удовольствие. И поэтому это будет только в каталоге номер 16. Да, если у нас все классно с вами получится, мы покажем очень хорошие результаты, такой сюрприз, возможно, компания будет рассматривать, делать и в следующем году. Поэтому это дополнительные деньги уже за две недели плюс. И плюс это 18-я зарплата, которая у вас появится в течение этого года. Я хочу сказать, что люди, которые у нас зарабатывают деньги, всегда вспоминайте, какую общую сумму и общее количество подарков вы получали. Это касается тех, кто у нас пришел в компанию Reflame несколько лет назад, как и я. И меня всегда вдохновляет эта сумма, потому что эти суммы, которые действительно вас будут стимулировать быть в устойчивом бизнесе, который вам будет давать перспективы, потому что компания такие сюрпризы вам в следующем году тоже будет готовить, потому что у нас готовится супер юбилей 55 лет компании. Я повторюсь еще раз. Если вы хотите стать старшим менеджером, то вам достаточно, чтобы у вас в группе был человек, который вышел на 22%, и боковушка нужна не 3000 баллов, а 2000 баллов. Вы запомнили, да? То есть вы можете квалифицироваться, то есть план успеха касается не только вашего персонального оборота, но план успеха касается именно оборотов под вами. Если под вами есть люди, то вы можете легко просчитывать, что именно их достижения в меньших баллах за короткий период времени тоже будут касаться вам повышения доходов и перехода на следующий уровень. Самая главная ваша задача, чтобы все ваши люди, вашей команде это получали. Я специально, что я сделал? Я взял информационный листок и сделал рассылку, потому что информационный лист, он дает возможность копировать ваши телефоны из Excel, вставлять в Viber и отправлять личные сообщения. Таким образом, Viber вам поможет, кстати, в нашей стране самый распространенный Viber, а не WhatsApp, и вы можете достучаться абсолютно до каждого человека. Viber вы можете сообщения отправлять как текстом, как картинками, так и кружочками. И не надо вам платить, как раньше, смс-ками, как мы раньше работали, да? А работали мы очень много. Нам приходилось в день, лично я в день, делал минимум 50 звонков. Все лидеры, которые достигли звания директора и выше в компании Reflame, а таких в компании больше 1000 человек, они все работали в таком режиме, 50 звонков в день. Сейчас инструменты вам будут помогать, вам достаточно делать 10-20 эффективных звонков по ключевым людям, да, все остальное вы используете онлайн. Наша задача – это работать сейчас, ну, я образно скажу, да, чтобы вы не подумали прям по буквам, 24 часа в сутки. Я устроил марафон. Вы можете проследить мой марафон и посмотреть на моем инстаграм-канале Севрук, отслеживать, да. Я сделал сам себе вызов. Мне спрашивают, а что за марафон? Я решил, что пропустить этот период времени две недели через себя. Я нахожусь в высоком тонусе. Я мало сплю, да, я ем wellness, и я очень много взаимодействую со своей командой. Вчера я прозвонил своих ключевых партнеров, от которых я ожидаю, чтобы они повысили свои уровни на следующий уровень, чтобы они потянулись на свои квалификации и получили те доходы, которые они ожидают. Кстати, переход от одного уровня к другому
в размере старшего менеджера-директора, если человек 12, 15, 15, 18, если у него есть боковушка, увеличивает доходы в два раза. Поэтому тоже помните об этом и нажимайте на себя в первую очередь для того, чтобы у вас было. У вас должен быть четкий план действий. Я хочу вам порекомендовать, кстати, я в своем марафоне публикую, что надо делать первый день, что надо делать второй день на своем канале в сторис. И всем рекомендую просмотреть запись специального тренинга двухчасового, который нам транслировали тренеры стран СНГ. Я хочу вам сказать, что с этого тренинга вы возьмете много чего полезного. Вы уже пропишете изначально план на целых две недели. То есть для меня это хорошая настольная книга. Я много чего информации знаю, да? Все думают, что чему можно еще научиться. Нет, вот именно этот тренинг, который у нас был, да, планирование эффективности, как успеть все за две недели, обязательно просмотрите и прокачайте своих. Поэтому если у кого-то есть ссылка на этот тренинг, можете прямо сейчас выставить в чате и выставить в чате, в нашем любимом чате, VIP-концепции, новый чат, который у нас обновился и сфокусирован на главных наших задачах построения бизнеса, которые касаются не только VIP-концепции, а в целом бренд-партнеров и так далее. Скинем, Алексей, обязательно. Сейчас же продублируем во все чаты. Спасибо. Очень важный инструмент. Да, да. Мне он очень сильно зашел. Я хочу сказать, что у нас сейчас проходит шикарная акция. У меня такой кольцевой лампы нет. У меня есть две лампы стационарных, и есть маленькие лампы, которые я использую в автомобиле или где-то в путешествии, но вот так, чтобы еще дополнительно она была с пультом и вместе еще с петличкой, с микрофончиком, у меня такого не было. И задачи, которые ставились перед вами, они были очень простые. Вам нужно было сделать личных 100 баллов и подписать двух рекрутов и более, в том числе и VIP-ов, которые суммарно сделают 200 баллов. То есть оборот 300 баллов ваш и ваших новичков дает возможность вам получить, многие из вас, а я получал специальные отчеты, по которым мы прорабатываем, многие из вас уже сделали, выполнили план. Кто-то из вас выполнил план на 50%, но дожмите своих новичков, чтобы они в новом каталоге 16, у них есть такая возможность еще, кто не успел сделать свои баллы. Тем более сейчас доставка первую неделю будет бесплатная. И тем более вы как раз знакомитесь с супер распродажей, о которой вы уже узнали. И сейчас еще узнаете, что у нас 14 пятниц в этом каталоге. 14 пятниц. Это очень круто. Все компании, за которыми я слежу, крупные компании, а мне интересен их успех, которые продают там розетка и так далее. Оказывается, что у них черная пятница закончилась в воскресенье. Все. То есть вот эти распродажи, которые у них были 11-го, они у нас закончились. А у нас они только начинаются. Вот это есть прикол. Да? Как компания грамотно все проработала, каталогами помогла сфокусировать внимание клиента. Ваша задача, чтобы как можно больше клиентов об этом узнали. Увеличивайте свои продажи в этом уникальном каталоге. У каталог волшебный. Он располагает современными цветами, розовый цвет, черный цвет, который принимает решение, розовый цвет, что погружает человека в цели, в романтику и располагает. И поэтому ваша главная задача максимально этот каталог сделать самым лучшим. То есть сами себе скажите, я хочу сделать этот каталог самым лучшим в своей жизни. Здесь очень огромный плюс. Компания дает возможность активировать своих людей, реактивировать. Маленькие подсказки, как я мотивирую. Я говорю о том, что, ребята, рано или поздно мы все будем платить абонентскую плату в компании Reflame $10. Она будет у многих сниматься с объемной скидки, которую вы будете зарабатывать. Но есть возможность сэкономить. Если вы сейчас запустите своих людей, спящих, они получат, первое, подарок. А подарок стоит $10, 250 гривен сегодня стоит уникальное масло Swedish Spa. Я хочу сказать по секрету, что этим маслом моя любимая жена пользуется уже не первых полгода, потому что оно действительно уникальное, там есть специальные масла, оно очень сильно увлажняет,
и оно очень приятно консистенции, да, то есть дает удовольствие от использования. Это какой-то определенный ритуал. Поэтому я смотрел, уже многие пишут, что стоит 310, но я вот смотрел, заходил, вроде бы 250, наверное, со скидкой. Поэтому масло очень классное, и если я не ошибаюсь, оно, кажется, сделано в Индии. То есть компоненты этих масел привезены из Индии. Это дорогого стоит, поверьте мне. Да, я был на Гоа, я видел это производство, и многие элитные компании, которые продают лакшери класс, они заказывают масла именно в Индии, потому что Индия родоначальница этих всех эфирных крутых масел. Вот. И мы можем одновременно активировать и реактивировать людей. Человек делает заказ на 50 баллов, бесплатная доставка, крем и возможность платить, то, что он уснул, платить не с Нового года абонплату, а уже с осени, с ноября следующего года. Поэтому здесь очень хорошая экономия даже тех людей, которые пришли в компанию Oriflame просто покупать для себя. Я уверен на 100%, что в этом каталоге абсолютно каждый человек, вне зависимости от своего кошелька, выберет себе продукции минимум на 50 баллов. Вы согласны со мной? Это будет зависеть от того, как вы умеете убеждать, и это зависит от того, какие у вас отношения с этим человеком. Если человек вас знает, если он вам доверяет, и если вы уделите ему хоть чуточку внимания, заказ будет гарантирован. И поэтому я хочу сказать, что как работает активировать и реактивировать. Участники – это новички и стартеры, потому что у нас очень много есть новичков, которые пришли, и они не знают, что им делать. Они никогда не делали заказы в компании Oriflame. Или они делали заказы, но они не знают, какие новинки есть. И здесь надо рассказать им об этом. Надо рассказать спящим. Спящим я рекомендую, что делать. У нас есть лидеры, которые делают онлайн-каталог дополнительно, кроме сайта. Они загружают его в себе на канал Telegram. Кто-то это делает в Viber, кто-то это делает в WhatsApp. Вы выберите тот момент, который вам удобен, да? Каким образом? Вы можете делать реферальную ссылку переслать. Вы можете прислать человеку ссылку прямую от компании. Но самое главное, чтобы люди не только получили ссылку, информацию, сухую информацию в виде букв, но чтобы они кружочком, голосом или звонком получили от вас поддержку. Я скажу вам по секрету. Надо использовать тренды. Да? Хотим и не хотим, но я любой разговор с человеком, с которыми я давно не разговаривал, а у меня очень много знакомых, я физически не могу всех охватить, но если человек уснул, первое дело, я спрашиваю его, как у вас ситуация с коронавирусом? Вы переболели, у вас все хорошо, все живы, здоровы и так далее. Вот с этого все начинается, потому что у человека в голове мем коронавирус. Да, вы заходите в Инстаграм, Фейсбук, магазин коронавирус. То есть с этого вы можете начать разговор. И потом продолжить, да, а как ты решил вопрос, какой у тебя был протокол лечения, как прошло, легко или просто, а ты употреблял витамины, как ты защищаешься дальше, как ты витаминизируешь своих детей и так далее. Слушай, а ты видел новый каталог? То есть любой разговор с незнакомыми или со знакомыми людьми начинается. Ты видел свежий каталог Oriflame? Запишите себе. Прям даже вместо «здравствуйте», «до свидания» я всегда говорю, ты видел свежий каталог Oriflame? И человек скажет, нет, тебе интересно посмотреть супер распродажи. Второй вопрос. Да. Вот, и с этого все начинаете, да? Коронавирус, свежий каталог и так далее. Ну, можете начать «привет, как дела?» там и так далее. Но быстро переходите к тому, что человека интересует. Кстати, почему я говорю сейчас быстро, это я наработал еще 20 лет назад быстрый разговор. А сейчас, оказывается, это тоже тренд. То есть старайтесь быстро разговаривать, потому что люди куда-то спешат, и они готовы быстро все усваивать. Как в Инстаграме, если вы пишете что-то, так и в телефонном разговоре. Если человек скажет помедленнее, можете потом помедленнее. Но самое главное, вы можете получить такой шикарный крем и получать удовольствие от того, что вы прикоснетесь к спа. Сегодня каждый у себя дома создает офисы, создает косметические центры у себя дома. Не надо где-то ехать куда-то и так далее. Вы можете получать удовольствие в ванной лежать, принимать душ, использовать все продукты Oriflame
и после душа потом нанести этот изумительный волшебный крем. Вот. Чем вам, а деньги, которые вы сэкономите на спа-процедуры в дорогих салонах, вы можете использовать куда хотите. Купите хоть биткоинов чуть-чуть, или купите себе доллары, или просто купите фрукты, овощи для своих детей. Итак, дорогие друзья, новички, которые у нас в первом заказе и спящие в первом заказе, размещая заказ на 35 баллов, получает вот такой шикарный подарок. Кстати, баночка увесистая, да, это не просто там 20-30 грамм, это очень серьезный вес. У меня, кстати, в ванной, я думал, принесу, покажу. Нет, чтобы вы не удовлетворились тем, что вы видите, чтобы вы сами заказали и получили этот продукт в подарок, чтобы вы показали в сторис, что у вас этот продукт уже есть. Хорошо, и есть у ваших людей. И самое главное, то, что я делаю, для меня очень важно понимать, что этот бизнес, который требует, как говорила Марта Свистун, рекрутинг – это когда ты наносишь глину на стену своего дома. То есть, когда ты бросаешь глину на стену, какая-то глина прилепится, другая, может, отпадет. Да? Но ты таким образом всегда формируешь количеством делаешь себе, строишь бизнес. Это так же самое, когда ты, если идешь на рыбалку, то не каждое забрасывание удочки приносит тебе рыбу. Рыба есть. Да? Всегда помните, что рыба есть. Когда вы идете после дождя в лес, вы точно знаете, что грибы есть. Вопрос, где их искать? Да? И среди грибов бывают поганки. Надо уметь разбираться. Вам надо научиться разбираться в людях. И этому правилу и научился. И самое главное, что у кого-то интуитивно срабатывает, кто-то может ошибаться, в ком-то вы можете разочаровываться. Бывают эти моменты. Но когда вы этим занимаетесь регулярно, как я сказал, 24 или 48 часов в сутки, у вас всегда будет эта возможность научиться разбираться в людях. Да? Кто подходит, кто не подходит, и знать, где их искать. А где их искать, вам обязательно скажет спонсор. Да? Не ищите себе каких-то новых велосипедов, все отработано. Посещайте вебинары от компании Reflame, посещайте вебинары от своих наставников, где вы получите информацию, достоверную информацию, что сейчас работает и что приносит прибыль. Я хочу сказать, что сейчас есть классная программа, которая называется программа активности. Программа, которая позволяет каждому из вас рекрутировать людей и получать ценные подарки. Что это за подарки? Подарки для тех людей, которые приглашают, да? Сейчас у нас акция прошла пауэрбанки, наушники и кольцевые лампы 5 в одном. Сейчас есть программа, которая расширит ваш ассортимент парфюмерного столика. И есть вариант выбора мужской или женский запах. Это серия Eclat. Eclat – это у нас элитная серия. Там используются более устойчивые масла. И самое интересное, что вы можете это оставить себе или продать по цене, которая будет указана в каталоге. Вам всего лишь надо пригласить двух новичков, которые сделают по 100 баллов. Ваши новички же по стартовой программе получат тоже парфюмерию в подарок, а вы получите как приглашающий спонсор. Поэтому ваша главная задача – это акция, которая приносит вам такой успех. Вы всего получаете два парфюмированных стойких запаха, мужской и женский, за 49 гривен. Это тоже уникальный факт, который у нас есть, и я хотел бы, чтобы вы им воспользовались и получили эту возможность. Если раньше вы могли выбирать только один запах, да, то здесь целый набор. Вот. И это в разгаре сезона. Тогда, когда как раз есть такой крутой период, когда это делается очень легко. Я хочу сказать, что я вчера уже протестировал Гран-при, и с мобильных телефоном Android мне очень хорошо все получилось получить свои бронзовые медали. Вы тоже можете получать уже бронзовые медали прямо сейчас. И у нас есть специальная видеоинструкция, которая у вас есть. Итак, дорогие друзья,
Квалификационный период Гран-при 55. С 16 каталога, то есть мы стартуем сейчас, со вчерашнего дня, и до каталога 8 включительно. Программа действует для званий от старшего менеджера. Вступить в программу можно в любом каталоге квалификации. Некоторые не успели подтянуться. И самое главное, что компания добавила эту программу, что программа теперь будет и для бренд-партнеров. То есть любой бренд-партнер может в этой программе участвовать и принимать, активно набирать себе медальки. Вступить в программу, опять-таки, вы можете на более высокий уровень и перейти, да, подняться на ступеньку выше, чтобы получать серебряные и золотые медали. Это будет зависеть от того, как вы сейчас включитесь. Твой результат, ваша задача – это, прежде всего, расти по плану успеха. И в результате вы будете достигать новые звания, и ваши доходы будут расти дальше. Три лидера с лучшими медальными результатами в стране получат по два приглашения в Стокгольм. То есть 6 человек от Украины поедут на уникальную встречу. Я хочу сказать, что я уже так приглашался неоднократно, как топ-лидер, как и по акциям по рекрутингу. У нас посылали там одного человека со стороны. Сейчас посылают на 3 номера 6 человек. Это будет очень здорово, что вы можете этим пользоваться и использовать. Уникальные награждения будут для топ-15 лучших лидеров в программе Гран-при. И 3 лидера со стороны получат вот такие золотые украшения. Настоящее золото 18 карат. И это зависит, достижение будет зависеть не только для цветных директоров. Эти подарки могут получить и директора, или старшие менеджеры, потому что это есть возможность до 8 каталога выйти на уровень и получить такие награды. А новичкам всегда везет, поэтому не упустите такую возможность. Кстати, у нас были хорошие розыгрыши самых крутых айфонов, Xiaomi, самые лучшие модели, которые есть. И я получил уже отзывы. Вчера люди получили подарки курьерам, включили эти телефоны. И хочу сказать, что как раз получили подарки не те люди, которые в компании давным-давно, а новые лидеры, которые пришли буквально год-два назад. Поэтому включайтесь. Как работает программа? Я хочу сказать, что мы из вас, когда увидели в своем бизнес-приложении, кстати, уже, наверное, все получили это бизнес-приложение в рассылке, еще раз хочу сказать, что вы можете в Google Play или Play Market на Android или на iOS загрузить себе приложение. У кого оно есть, у вас выскакивает специальное видео от Магнуса Бренстрома, и вам надо согласиться с зеленой полоской. Если кто-то пропустил на автомате, да, то вы можете просто перезагрузить свое приложение. Рекомендую перезагрузить его, переустановить для того, чтобы вам подтягивалась вся информация, и вы могли участвовать в Гран-при. У вас будет отдельный раздел, который будет помогать вам руководствоваться. Самые простые правила. Вы загружаете, заходите, читаете задание. Вам надо нажать в программе «Активность» красный цвет, у вас высветятся телефоны, загружайте, отправляйте по 10 человек, буквально по 10 человек. Это очень важно, чтобы вы использовали по 10 человек отправки. Если у вас 100 человек, вам надо сделать 10 отправок, и тогда вы можете потом проверить у себя в отдельной графе, сколько вы медалей уже получили. Я скажу, что у меня уже есть 10 медалей. Я вчера заработал 10 медалей, потому что я сделал все четко. У меня чуть-чуть не получилось на моем айфоне. Я сразу же взял свой Samsung, и на Samsung я сразу все себе сделал. Буквально у меня на это ушло максимум 30 минут. Поэтому я вам это рекомендую делать. У многих есть отправки SMS бесплатно или льготные. Вы можете заказать льготные смс и получать это такая возможность. Кто-то это использовал в Фейсбуке. Вот, поэтому используйте те инструменты, которые вам важны. Зарабатывайте медали, достигая цели по количеству активных партнеров бренда и рекрутов. Я хочу сказать, что в связи с тем, что программа у нас
по всему СНГ и по всему миру, так как VIP-концепция еще пока не распространена, акцентируйте внимание именно на бренд-партнерах. Если у вас будут VIP-ы и если программа запустится, это будет дополнительный вам бонус. Вот. А у нас все просчитано и условия сделаны легкие с учетом бренд-партнеров. Поэтому делайте то и другое, и вам будет зачет как минимум по бренд-партнерам по льготному тарифу, да, по льготным требованиям, ожиданиям, которые сделала компания. Я сейчас вам секундочку как раз хотел вам рассказать именно про медали, потому что у многих возникает вопрос, какая медаль за что отвечает. Смотрите, давайте сначала самого мало. За каждых 20 неактивных, которые вы разошлете партнерам, с которым вы поделитесь каталогом, с использованием бизнес-ап, а там есть маленькая ремарочка, да, не нажимайте кнопку «Еще», а именно отправляйте так, как рекомендуется. Вы можете заработать несколько медалей в каждом каталоге. То есть эта программа не только в 16-м каталоге. То есть вы можете посчитать 16-й, 17-й, 18-й, это уже 3 каталога, и плюс 8 каталогов. 11 каталогов вы будете отправлять эти сообщения, и вы будете получать свои медали. То есть программа реально видит то, что вы делаете. Мне это очень нравится, потому что у вас появляется персональный контроль, персональная эффективность. Вы можете проверять, что вы конкретно сделали для своего успеха. Программа называется Oriflame Business на английском языке. Oriflame Business. Вот. И если у вас возникнут еще вопросы, можете написать сейчас VIP-чат. Там есть у нас дежурный ASM, который всегда вам может сообщить, потому что есть специальная ссылка универсальная, которая вас может отправить, и вы можете загрузить как с одного модели телефона, так и с другого модели телефона. Дальше. Серебряная медаль. Внимание. Ваша задача достичь по количеству активных партнеров или по количеству рекрутов в вашей команде. По количеству активных партнеров или по количеству рекрутов в вашей команде. Запомнили, да? И золотая медаль – достичь одновременно цели по количеству партнеров и количеству рекрутов. То есть это для тех людей, которые занимают первые места. Они делают количество рекрутов и количество партнеров. За достижение тех целей, которые вы делаете одновременно, отдельно вам еще будет даваться серебряная медаль за каждое достижение. То есть вы можете, получив золотую медаль, получить еще 2 серебряные. Это тоже очень крутой показатель. И самое главное, вы получите еще золотую медаль за воспитание 22% группы, которая оценивается от вашей персональной группы в истории. Да? То есть если ваша группа впервые выйдет на 22%, вы, соответственно, получаете золотую медаль. Хорошо? И примеры квалификации получения медали. Это определенная таблица, я вам рекомендую ее сейчас заскринить, потому что с ней надо будет вам разобраться, она должна быть у вас под рукой, когда вы будете анализировать. Чтобы вы нигде не искали, я хотел бы попросить менеджеров компании заскринить и выставить это в VIP-чате. Можно закрепить, обязательно закрепить в закрепке, для того, чтобы люди могли зайти в закрепки, и нажать и увидеть эту таблицу, чтобы сравнивать и смотреть, как это сделается. Спасибо большое. Вот я не успел уже подумать, а руководство пишет, что это уже сделает. Хорошо. Видите, как у нас крутой тандемчик, да? Да, вот. Итак, рейтинг складывается с принципом Олимпийских игр. Да? У нас когда-то на конференции компания делала Орилимпик. Орилимпик – это олимпиада среди орифлеймовцев. Вот. И сейчас, учитывая, что мы не можем все одновременно попасть на конференцию, мы теперь делаем соревнования между собой, чтобы делать друг друга сильнее. У нас будет рейтинг, который будет выглядеть таким образом. Первое. Количество золотых медалей с основным критерием в рейтинге. Первое. Второе. Количество серебряных и бронзовых медалей с приложением, который будет приниматься определяющий момент. Первое будет рассматриваться, сколько золотых медалей. Второе, серебряные медали в случае
ничьи между золотыми медалями. И бронзовые медали будут смотреться в случае, когда будет ничья в случаях золота и серебра. И четвертый пункт, самый интересный, чтобы вы были настроены, что это касается каждого, и на каждого это повлияет, это средний процент активности за период программы в сравнении с общими показателями в случае третьего варианта ничьи. То есть всегда влияйте на активность, потому что это такой ключевой момент, который вам дает возможность участвовать в других программах, повышает доходность, потому что чем больше у вас будет рекрутов и чем больше у вас будет активности по команде, тем больше денег вы будете зарабатывать. В любом случае, это игра. Игра без последствий. Бизнес-игра в компании Reflame, она не приносит рисков для здоровья и для денег. Она просто вводит вас в азарт и делает вас максимально эффективными для достижения ваших целей. Хорошо. Будем двигаться дальше. И у нас еще продолжается программа Double Speed к успеху. А в последний момент войти в эту программу – это 16 каталог. Вы знаете, что когда у нас было мероприятие в Буковеле, компания нам объявила шикарное условие, продолжение условия. Те люди, которые не успевали и просили компанию, продлите, пожалуйста, продлите. Вот есть такое классное продолжение. 16, 17, 18, первый каталог. Если вы выполняете программу Double Speed, вы можете получать награды и денежные вознаграждения. А суммы там не маленькие. Не 100, не 200 гривен, а тысячи. И возможно заработать несколько тысяч гривен для того, чтобы побаловать себя за такие достижения. Ваша задача сейчас самое главное, помнить о том, что у нас есть, осталось уже 13 дней, не 14, а 13 дней, и мы должны успеть все. Знаете, есть такой фильм, который у нас был с Киану Ривз, Томом Крузом, «Миссия невыполнима». Вот наша миссия будет выполнима. Несмотря на то, что у нас какие у нас задачи, мы должны их выполнять. И вы должны помнить о том, что у нас сейчас идет условие 4 на 4. Для того, чтобы квалифицироваться, сейчас проще станет квалифицироваться вам на ритм 2.0. Это то, что нам дает возможность получать вознаграждение. Однозначно, это корректировка в плане успеха в 16-м каталоге поможет вам выскочить на новое звание, и вы можете часть квалификации уже выполнить. А там уже не за грами простой новогодний 17-й, 18-й и первый каталог. Да? Вот. Что мы должны сейчас, какие возможности мы должны сейчас использовать? Мы должны помнить о том, что у нас прежде всего есть воспитать двух менеджеров в программе «Ритм 2.0», ощутить свой ритм, воспитать двух лидеров. Или есть вариант воспитать двух лидеров как в первом уровне, так и в глубину, чтобы у них был отрыв. Вы должны помочь своим менеджерам. Знаете, я знаю, 80% людей, которые приходят в Oriflame, это люди, которые хотят помочь не себе, а другим. Да? Они больше думают о других, чем о себе. Вот это как раз ваш случай для 80% присутствующих. Вы можете помогать своим людям, опять-таки, помогать тем, кто этого достоин и кто принимает решения, и кому это важно. То есть я никогда, знаете, никогда не помогаю человеку, который не хочет решать своих проблем. Потому что если я начну помогать ему, а он не будет, то я взваливаю на себя его карму. Зачем мне чужая карма? Я лучше найду человека, который хочет. Вот если человек хочет и просит, а это можно выяснить в диалоге, позвонили, спросили, тебе нужна помощь? Тебя поддержать, тебе помочь? Ты хочешь это делать в одиночку, или мы это можем сделать вместе? Если вы почувствуете, что человек идет на контакты в диалоге, то наверняка точно он достигнет успеха, и вы можете ему оказать поддержку. И, конечно же, что вы можете получить? Вы можете подтверждать критерии звания старшего менеджера минимум 3 раза в период, а желательно все периоды, да, выполнять старшего менеджера, потому что, чтобы получать еще медали за отвагу от компании Reflame в нашей Олимпиаде. И выполнять
ежекаталожную базовую активность. Ставьте цель на Луну. 20 на 80, закон Парето. И 15 на 70 у вас будет однозначно точно. И вам не нужно будет переживать последний день каталога, звонить на колл-центр и спрашивать, сколько вам не хватает для выполнения. Выполняйте это заранее. Выполняйте это максимум, максимум в пятницу. А суббота это будет день корректировок и кайфа. Хорошо, чтобы вы могли наслаждаться. А с воскресенья нового каталога вы уже запускали новый каталог. И тогда, если вы выполните эти условия по ритму 2.0, вы получите на мероприятие билет. Билет, чтобы туда поехать. Я не знаю, где это будет мероприятие. Или оно будет за границей. Или оно будет опять в Буковеле. Или оно будет в Одессе. Я не могу даже себе представить. Или это будет на какой-то крутейшей локации в Мариинском дворце с президентом страны. Не знаю вообще, да, какой сюрприз у нас ожидает. В этом есть секрет сюрприза, да, но это будет очень-очень уникальное мероприятие, очень сильное. И те люди, которые были, я хочу сказать, что сегодняшняя энергия, которая у меня сейчас есть, это энергия, которую я получил в Буковеле. И я хотел бы этой энергией поделиться вместе с вами. Да, чем больше отдаю, тем больше, наверное, буду получать. Вот. Помните по квалификационный период, который у нас есть, который позволит вам придерживаться по ритму 2.0. То есть мы говорили о том, что у нас есть программа 4 на 4, а у нас есть программа ритм 2.0. Ваша задача повторить свои уровни, повторить новые звания, которые вы делаете впервые, и тогда при минимальной активности 150 баллов и 200 баллов. То есть одновременно вы получаете подарки активности, то, что вы уже получали, да, с каталога номер 14. Это у нас Powerbank, это у нас наушники, это у нас кольцевая лампа 5 в одном. Сейчас набор за 49 гривен, 2 эклата мужской и женский. И вы приглашаете всего лишь двух рекрутов и более. Эти рекруты могут быть как VIP-клиенты, так и ваши бренд-партнеры. Кстати, я хочу сказать, что у меня легко регистрируются как одни, так и другие. И новички не задают вопросы про 280 гривен, поверьте мне. Кто серьезно пришел, он заплатит, но зато потом включится. Кто не хочет платить, включаться не будет. Это я точно знаю. Кстати, вопрос, сколько сейчас стоит обычный тренинг в стране, или сколько стоит дорога в другой город, да, или сколько стоит посидеть и покушать с друзьями пиццу. Как вы думаете, сколько стоит? Я думаю, что больше, чем $10. Можно посидеть, пиво попить и пропить эти деньги, а можно инвестировать в свой бизнес. Вы покупаете франшизу, которую я раньше купил, знаете за сколько? За $60. $60 в 97 году, это не $10 в 2021 году. $60 в прошлом году, за $60 я мог обучиться вождению. То есть я деньги, которые накопил на вождение, официальное, да, мне пришлось отдать за регистрацию в Oriflame. Я потом все равно научился водить, потому что я уже в первый месяц я заработал $60 и отбил свои деньги. Вот. А каких людей приглашаете вы? Наверное, те, кто хотели бы расти. Согласны? Вот. Тут уже подсказывают, что в 99 году регистрация стоила $20. Сейчас она стоит $10, и поэтому новички, которые никогда не регистрировались или регистрировались раньше, для них это будет несущественно. Итак, ощущайте свой ритм 2.0 и включайтесь во все процессы для того, чтобы вам было легче строить бизнес. И помните, что в программе 4 на 4 есть два бонуса. Да? В программе 4 на 4 есть два бонуса. Есть возможность получить путевку в Турцию. А Турция сегодня мекка для бизнес-конференции. Турция – это мекка, это будет супертусовка в честь юбилея. Это встреча, где будут собираться не только старожилы этого бизнеса, но и новые лидеры. Вы узнаете новый опыт, как люди сейчас строят бизнес. И у вас будет очень много инсайтов и открытий. Самое главное, что вы классно отдохнете. Само собой, это будет крутейший контент, которому хватит на полгода, на год. Поэтому квалифицируйтесь.
И не упускайте шанс, этот каталог номер 16 как раз именно для этого. И какие нас ждут конференции, ребята? Меня больше всего, когда я переступил порог компании, я попал на презентацию, само собой меня интересовали деньги, там подарки и так далее. Но меня интересовали две возможности. Это премии, которые от компании Reflame есть, $1000 и больше, до $1 000 000. И конференции, потому что мы столько много прикладываем усилий и столько много топчемся по своей комнате, по своей квартире, по своим улицам, что нам хочется посмотреть что-то новенькое. Да? Это новенькое – это те конференции, которые нам компания открывает. И какие это конференции? Это Дубай. Я был в Дубае раз, наверное, 5-7. Я каждый раз открывал себе новый Дубай. Что Дубай каждый год он становится еще лучше, еще круче. Дубай это место, которое создано не для местных жителей. Это место для туристов. Да? Помните об этом. Что Дубай это 20% местного населения, 80% это приезжие люди, которые пришли. Это строители, это инженеры, это врачи, это сервис. Это люди со всех стран. То есть вы можете в Дубае увидеть одновременно весь мир. Да, вы увидите индусов, вы увидите островитян, вы увидите американцев, вы увидите африканцев, вы увидите всех. Шведов увидите и так далее. Поэтому рекомендую вам квалифицироваться, потому что есть такая возможность. Вам нужно будет сделать те люди, которые хотят повторно квалифицироваться, вам надо сделать перезагрузку, вам надо добавить 3 группы, и у вас на это есть период времени. До 8 каталога, с 9 каталога этого года по 8 каталог следующего года, включительно, помните об этом, вы, кто уже был на конференциях, добавляете. А если нет, то вам надо сделать просто новое звание «Золотой директор». То есть на эту конференцию успевают даже те, кто сейчас еще не открыл золото. Если вы еще не открыли золото, даже если вы еще не старший менеджер, вы успеваете. Вам нужно просто самый максимальный срок – это в первый каталог нового года, 2022 года, воспитать 2 старших менеджеров. Старшие менеджеры – это оборот 7500 баллов. Это оборот, по моим прогнозам, где-то ориентировочно по $3500. Это немного. То есть я когда работал до Oriflame, я работал в компании Цептер. У нас менеджер по продажам лично продавал по $3500. В компании Oriflame это делать не надо, самостоятельно продавать на такие обороты. Вам просто нужна маленькая формула, как я рекомендую, объясняю. Вы приглашаете 5 человек и обучите их пригласить по 5. Тогда у вас будет во второй линии будет 25 человек. Итого первая линия 5 человек, вторая линия 25 человек. Сложно? Не сложно, правильно? И научите своих 25 человек пригласить еще по 5. И будет 125. 125 и 25 и 5. Сколько это будет? Это будет 155 человек. То есть оборот 7500 баллов разделите на 155 человек. И вы увидите, что в среднем это от 30 до 50 баллов. То есть кто-то будет делать 150 баллов, кто-то будет делать 15 баллов. Но если вы возьмете программу, почитайте книжку «5 уроков на салфетках», почитайте книжку «Бизнес-трафарет», и вы таким образом поймете, как строится модель бизнеса в голове. Лично можете пригласить 155 человек? Вряд ли за один месяц. Но вы можете пригласить 5 человек, которым тоже интересно будет построить бизнес. 10 уроков на салфетках, да, где рассказывается, можно строить бизнес 2 на 2 на 2, можно 3 на 3 на 3, можно бизнес 5 на 5 на 5. Вот. Но легче всего усвоить бизнес 5 на 5 на 5. Если человек не умеет приглашать 5 человек, тогда он не может сыграть свадьбу, и он не может провести хорошо свой день рождения. Поэтому это бизнес для тех людей, которые любят компании, которые любят людей, которые любят стремиться к чему-то хорошему. Поэтому приглашаю вас рассмотреть эти 2 классные книжки. 10 уроков на салфетках Нэнси Файла и Дон Файла. И книжка «Бизнес-трафарет». Итак, дорогие друзья, у нас есть бриллиантовая конференция и страна,
которая является родоначальницей маркетинга. Страна, которая умеет продавать все. Я был в Нью-Йорке, я был в Лас-Вегасе, я был в Майами. И хотел бы, конечно, побывать в Лос-Анджелесе. Я хотел бы побывать на западной стороне штата, где рядом находится Силиконовая долина, где находится весь капитал, основной капитал США, да, где живут звезды. Я хочу видеть, может быть, Арнольда Шварценеггера, может, известных других актеров, обняться, пожать руку, сфотографироваться с ними, задать какой-то вопрос. Я хочу побывать на этом мероприятии. И у меня уже, в принципе, по моим количествам групп уже автоматически идет зачет. Но я хотел бы это сделать вместе с вами. Поверьте мне, что люди, которые ездят сами на конференции, они чувствуют себя сиротой. Да? Вот, поэтому сделайте так, чтобы вы поставили себе такую сумасшедшую цель. Если вы это не сделаете в этом году, вы можете сделать в следующем. Но вы должны стремиться как можно больше добавлять групп, потому что каждый год будет суперконференция. И у нас есть еще суперконференция исполнительная, кроме бриллиантовой. Это конференция Сан-Франциско, о которой пел Богдан Титомир. Город Сан-Франциско, город в стиле диско. Вот. Это не только в стиле диско город, но это уникальный город, который покажет вам, ну, если вы выйдете за город, вы можете почувствовать настоящую Америку, да, вы можете почувствовать себя ковбоем, вы можете почувствовать дух неземных цивилизаций, кстати. То есть это будет такой контраст, да, первобытная природа с каньонами и, конечно же, современный, самый бурный мир, который есть на нашей планете. Ну и, конечно же, ну, обязательно, чтобы вы вернулись с Америки, потому что жить все-таки в родной стране веселее. Я обожаю свою родную страну. Расскажу маленький случай. Я когда летел в Нью-Йорк и Майами, Наташа тогда была беременная с двойней, а у сына спросили, задали вопрос у Леши. Зачем ты летишь в США? Что ты хочешь? Америка нравится. Говорит, Америка-то нравится, но любимая страна, которую я люблю, это Украина. И тот человек, который нас тестировал для того, чтобы выдать визу, он удивился и сказал, что я впервые слышу, чтобы люди говорили, так отзывались с любовью о своей стране. Потому что, как правило, те, которые летят в Америку, они начинают хвалить другую чужую страну лучше, чем родную свою. Я сразу вам гарантированно говорю о том, что мы даем этому ребенку и вам визу в США на 10 лет. Поэтому я хочу сказать, что всегда будьте искренни, да, как маленькие дети, радуйтесь, ставьте перед собой сумасшедшие нереальные цели. Да, вы знаете по своим детям, что дети сейчас не хотят покупать отечественные машины, они хотят покупать Tesla и так далее, и думают масштабно. Смотрите на своих детей, думайте масштабно, квалифицируйтесь на золотые конференции, на бриллиантовые и исполнительные. И, конечно же, это вызов 2022, потому что попасть на это мероприятие может сейчас каждый в Дубае. Вы должны этим воспользоваться. И вы можете квалифицироваться еще по тому условию, которое есть у нас в стране. В Гран-при. Если ты станешь первым в своем регионе в рейтинге Гран-при, ты выберешь свою мечту. Ты можешь выбрать в своей жизни то, кем ты хочешь стать и что ты за это получишь. Поэтому мы рекомендуем тебе воспользоваться поездки в Дубае, когда ты поедешь в Дубае. Ты, кстати, можешь из Дубая на один день поехать в любую соседнюю страну. Это уже как бы... Мы это часто делаем, я скажу вам по секрету. Другие команды тоже это делают. И мы, кстати, с параллельными командами тоже раньше часто любили ездить до пандемии. Я думаю, что и после пандемии это можем делать. Когда ты приезжаешь в одну страну и можешь попутешествовать еще в другие страны, потому что у тебя есть время для этого.
Ты можешь выбрать подарок от компании. Прыжок с парашютом. Ну, с инструктором тоже, может быть. Если хочешь с инструктором, чтобы сзади тебя был, это тоже гарантируется. Ты можешь провести ужин в ресторане Бурдж-Халифа. Бурдж-Халифа – это самое высокое здание, которое сейчас есть. Сейчас строят еще кто-то выше, но это здание самое уникальное. Я когда-то хотел попасть в него. Там я еще не был. Я думаю, что, скорее всего, сделаю выбор этого ужина. Вы можете делать ралли-рейд по пустыне. Это тоже очень уникальное явление. Вы такого никогда не видели, наверное. Какое ощущение скорости бывает по холмам и песочным. Прокатиться на Ламборджини. Цена аренды такой стоит где-то порядка $500. Я интересовался, когда был в Сингапуре, я думаю, что в Дубае это где-то так стоит. Можно сделать бизнес-завтрак с Магнусом Брэнстромом, что тоже немаловажно, интересно, потому что Магнус будет вам рассказывать и будет задавать вам очень интересные вопросы, которые вас поднимут на следующий уровень. То есть это очень круто. Если у вас такая мечта есть, тогда вы можете ее осуществить. И зиплайн над Дубаем. Это вы можете пролететь над всем Дубаем, над самыми такими бизнес-районами и почувствовать себя птицей, и почувствовать себя выше, чем все это то, что у вас будет под ногами. Вот. И выбор сделать очень сложно. Тут Антон пишет, даю обратную связь моей целевой аудитории. И хотел сказать, что выбор просто шикарный. Сделайте один выбор. Я вам подскажу, как я это делаю. Я беру листики. Вот такие листики беру. 6 штук. Да, у нас есть 6 выборов. Пишу название. Потом ложу на стол, переворачиваю, чтобы не видно было, что я написал. Закрываю глаза и рукой вожу, а можно открытыми глазами. Рукой вожу. Если где-то тепло будет сильнее, вот тут листик я возьму. Вы поняли? Я думаю, что это должно у вас понадобиться. Это, кстати, когда надо делать выбор другой в своей жизни, да, кого выводить название директора для квалификации, вы тоже можете рукой повести, и вы почувствуете, кто из двух партнеров более сильный. Итак, мы хотим сказать, что у нас есть еще не вся информация, да, а у нас есть полезная информация, автопрограммка. Мне нравится эта программа, потому что первый человек, который в этой программе получил автомобиль, Citroen, который был разрисован в яркие цвета, это мой лидер команды, первая линия, Володя Литвинюк, который сам меня нашел в бизнесе Reflame в социальных сетях. И я хочу сказать, что Володя, когда получил этот автомобиль, он такой был вкусный и сочный, что он решил сделать подарок для своей жены. А потом себе купил другой автомобиль. Поэтому на заработанные деньги в Reflame. Поэтому автопрограмма очень классная. И эта автопрограмма продлевается. Во многих странах автопрограмма была ограничена определенными договоренностями с автосалонами. На сегодняшний день, начиная уже с осени этого года, вы можете выбрать себе любую иномарку. Любую иномарку. Как раз мы тебя не слышали давно, уже соскучились. Тот банкет директоров, который был организован твоей командой, я таких банкетов не видел. Я хочу сказать, что когда я делал прямую трансляцию с этого банкета, российские лидеры, в том числе потом Афонин говорил, слушай, говорит, откуда вся Россия знает про этот банкет? Хотя мы как раз попали в такую зону интересную. Кстати, у нас после банкета никто не заболел ковидом, потому что это был такой самый лучший благоприятный период. И место какое-то было, место силы, где мы между двумя красными зонами попали в этот зеленый коридор, и мы могли отпраздновать с большим количеством людей и поздравить и нового президента, и новых исполнительных, и огромную команду. И у меня в команде было очень много золотых директоров. Когда они по долгой длинной красной дорожке, не знаю, сколько там метров было, больше 100 или 200 или 300, могли получить аплодисменты от всех гостей этого мероприятия. А какое было при пати? Это было не при пати, это было что-то, это круче, чем чеченская свадьба была. Это было
круче, чем грузинский праздник, который вы... Это было круче... Это было круче всего, потому что мы буквально за один день получили как праздник, который проводится целую неделю. И поэтому все до сих пор смотрят, просматривают фотографии, используют контент. И я хочу сказать, что следующий банкет будет еще круче. Да? Это будет, конечно, мощно, потому что Монатик так оттанцевал. Я просто смотрел на глаза. Вы слушали голос, а я смотрел на глаза Монатика, который смотрел в глаза наших красивых девчонок-лидеров. Это было, конечно, бомбезно. Самые красивые девушки в компании Reflame. Поэтому хочу сказать, что это очень круто, что, знаете, как любое сообщество чем-то отличается. И вот это сообщество, оно как раз объединяет самых умных, красивых и самых успешных. Я хотел добавить слово «успешных», потому что у нас есть общая цель. Если мы уже умные и красивые, нам пора становиться более успешными. Хорошо. 100%. Мы хотим сказать, что квалификация очень идет с большим запасом времени. Вы успеете квалифицироваться. И период у нас заканчивается аж в шестом каталоге 2022 года. Ваша задача успеть все. И поэтому я хочу сказать, что мои фишки, которые я вам рекомендую, как можно больше показывайте свою бизнес-сторону в течение двух недель в сторис. Больше показывайте не только сухие пересланные картинки новостей компании, ваши отношения, ваши комментарии, ваши кружочки, ваши голосовые сообщения. Дергайте людей. Вот я хочу сказать, что звоню человеку, смотрю, баллов нету, спрашиваю, как дела? А человек говорит, слушай, я собирал заказ, у меня что-то случилось, телефон поломался. Говорит, сбрось заказы, которые ты насобирала через свой СПО, своему помощнику, менеджеру. Смотрю, прирост буквально за один час 500 баллов. То есть это не с пальца вытаскиваются баллы. У людей заказы есть. Просто вам надо спросить, что не так, что не получается. Если люди сидят на расстоянии, это не означает, что они читают ваши мысли, что они могут знать, какие новости сейчас. Вот человек еще буквально в субботу закрывал каталог. И, возможно, он на эйфории немножко расслабился, но он не знает, что сейчас он может забрать свою подписку на Wellness, не заплатив ни одной гривны за доставку. Может быть, он об этом не знает. Вам надо отправить не только картинку, потому что многие увидели картинку и закрыли, и забыли. Вам надо показать свою эмоцию и свое отношение. И поэтому используйте все инструменты, которые у вас есть. Сейчас самое главное, это сегодняшний день, это день планерок. Мы сегодня с Наташей будем запускать планерки, мы проводим их в Вайбере. Мы очень много смотрели планерки хорошие в Зуме, но собираются не все. Зум хорошо подходит для лидеров осознанных. Мы уже тестировали планерки в Телеграме, уже три каталога подряд я проводил планерки для своей структуры в Крыму. И очень хорошо получается, что Telegram записывает, все участники есть, презентация загружается, и Telegram у всех есть. Но самые лучшие планерки, которые, чтобы продублировать все новости, это Viber, потому что Viber откроют все. Поэтому используйте все виды планерок, которые у вас есть. Можно использовать вебинарные комнаты и так далее. Но чем проще, тем лучше. И поэтому возьмите себе за внимание. Если у вас 50 человек в команде, возьмите, разбейте, что в течение трех дней каждому по 15 человек в день вы прозвоните. Запишите этих людей, потому что в голове вы не запомните, кому позвонили, кому нет. Или возьмите информационный листок и ставьте ручкой плюсик, напишите акция, буква А, что вы сообщили про акцию. Буква Б там или В, вебинар. Буква Б, баллы бонуса, что надо выполнить не 35, а 50 и так далее. Реактивация, буквочка Р. И напротив каждого телефона у вас должно быть алфавит целый. Да? То есть вы должны рассказать не только одну новость. Вам надо рассказать много информации. Но я всегда, еще маленькая моя фишечка такая. Когда я разговариваю с человеком, я говорю, возьми блокнот и ручку. Запиши, о чем мы говорим. Я в конце спрошу, что ты понял, что ты запомнил. Потому что делайте людям экзамен. Люди, когда будут знать, что экзамен, человек мобилизируется силой, и память увеличивается в 57 раз.
ученые английские доказали, что человек может за один день выучить то, что не учил весь год. Вот у нас этот период есть. У нас сейчас экзамен. Каталог 16 – это экзамен за те усилия. Вы год в компании, или 10 лет, или 25 лет. Это проверка, что вы усвоили за весь период времени. Какие навыки вы получили, каких людей пригласили. И вы можете еще наверстать упущенное. У вас есть шанс, у вас есть еще 13 дней, чтобы подтвердить свою значимость для себя лично, для своей семьи, свои желания, свои амбиции и сделать себе задел на будущее, для того, чтобы вы могли успеть сделать все. Поэтому миссия выполнима, задача очень классная. Я хочу сказать, что очень важно, чтобы этот уникальный каталог вы зафиксировали себе в истории, чтобы вы запомнили, что вы это сделали, да? И не расслабляясь, потом шли на 17-й, 18-й каталог, выполняли квалификацию на банкет до 6-го каталога, до 8-го каталога получали подарки по всем программам «Ритм 2.0», путешествия, конференции и так далее, и сделали себе задел, чтобы идти на пути к президенту. Ваш путь – это путь президента, и он бы начинается с первых шагов. Со звания 3%, со звания директора, с цветного звания, с падений, с ошибок, с маленьких разочарований тех, кто вас предал. Но вы будете брать себе в команду снова и снова тех людей, которых вы верите, которых вы вдохновляете, для того, чтобы вместе с ними достичь максимума своей жизни и сделать свою жизнь уникальной, самой лучшей в вашей генеалогической истории вашего рода. Спасибо вам огромное, спасибо Нана и твою команду за такой уникальный шанс быть в эфире полномасштабного Oriflame во всем мире. Алексей, вам огромное спасибо. Я сейчас хочу обратиться к аудитории. Друзья, скажите, настолько круто, когда делает запуск каталога топ-лидер, который, мы уже считали, 450 раз делает это эффективно. Вот скажите, что это просто вот на самом деле для меня уникальный сегодня день, Алексей. Это просто бомбический запуск каталога, потому что у нас было сегодня два в одном. Это информация, которая дает компания в синтезе вашего уникального опыта. То есть это информация и фишки от топ-лидера Украины. Это просто уникальный опыт. И знаете, вот кто не пробует что-то новое, кто пробует что-то новое, тот и побеждает. Думаю, что этот формат... Сейчас я уже писала нашим коллегам, и все в регионе пишут, что Нана, это уникальный формат, мы уже слышим отзывы, пожалуйста, скинь нам ссылку, как оно происходило. Поэтому, Алексей, огромное спасибо за то, что вы согласились, за то, что мы это сделали сегодня вместе. И, друзья, знаете, вот я сегодня слушала Алексея, себе записала куча фишек и поняла одну очень непростую истину, что не 15-70, а 20 на 80 – это два ключевых показателя, друзья. 20 на 80 – они дают вам возможность быть во всех программах, в списке и в рейтинге во всех победителях, которые вы слышали сегодня. Два простых и уникальных цифр – 20% рекрутирования и 80% активности. Это два гарантии вашему успеху. Это значит, что вы будете участвовать во всех акциях, вы будете получать все подарки, у вас есть огромная возможность поехать на конференциях, в гран-при в Швеции и так далее. То есть фокусируйтесь на это. И, Алексей, огромное спасибо за еще очень важный момент, потому что сегодня в ковид-реалиях, когда мы сидим все экране, очень важно взять телефон и позвонить. Очень важно попросить включить камеру и почувствовать вот эту энергию, обменяться ей. И сейчас, когда у нас две недели, и как вы правильно сказали, что у нас тест, сейчас у нас марафон каждый божий день. Я сейчас смотрю на результаты, мы уже сегодня сделали почти 1 000 000 продаж. Друзья, такого в 12 часов дня вы просто большие рекордсмены. Поэтому так идем дальше и показываем самые крутые результаты. Мы показываем, чего достойна Украина. И я хочу сказать, Алексей, еще больше, что в GoFor VIP-чате мы в этом каталоге объявим такое время 2-3 часа звонков. Мы вернемся с детальной коммуникацией, когда мы все вместе, друзья, с вами будем звонить и потом собираться и обмениваться нашими результатами. Мы это сделаем вместе, я обещаю, что я буду на этой встрече вместе с вами сама обзванивать лидеров и потом давать вам обратную связь. Потому что звонки, активность в этом каталоге – это сейчас приоритет номер один. Конечно, 20 на 80.
В принципе, и только что Наташа Островская скинула в чате топ-15, Алексей, наши результаты. Вас поздравляю, вы номер один по количеству новых рекрутов и по количеству выполнению процентном соотношения вашей доли развития бизнеса Украины. Спасибо вам большое, еще раз поздравляю. И в завершение напишите, пожалуйста, нам в чат, сколько надо делать баллов бонуса только в 16-м каталоге, чтобы сделать 18%. Друзья, напишите, чтобы сделать 18%, сколько надо сделать баллов бонуса. Ага, 3200. Экзамен. Экзамен даем. Так. Ага. Класс. Вот, смотрите, друзья, еще раз, для 18% нужно сделать 3250 баллов. А теперь скажите, что нужно сделать для директора, чтобы открыть квалификацию директора. Сколько баллов на директора? Класс. Не 7500, 5000. Правильно. А на 15% и все, на этом завершаем. 2000. Молодцы. Алексей, смотрите, как вы донесли крутую информацию, что прям все, ответы на все вопросы. Дайте 5. Давайте вот так. Не-не-не, сюда. Вот так. Да. Круто. Вам огромное спасибо. Пожалуйста, ваши аплодисменты и сердечки сейчас Алексею Севруку. Еще раз спасибо за крутейший эфир сегодня. Все, ребята, огромное спасибо за встречу. Да, я надеюсь, я заработал достижением номер один, чтобы попасть на третью координацию. Мы с вами на этой неделе встречаемся. Да. Да. Так что жду вас в офисе. Все, всем спасибо. Благодарю, спасибо огромное. Любим вас. Алексей, спасибо большое. Пока-пока. Пошел звонить, работать.